В Брюссель приехали вожди бразильских индейцев, обитающих в зоне тропических лесов Амазонии. Они требуют покончить с нарушениями там прав человека, которые происходят, по их словам, вследствие хищнической эксплуатации природных ресурсов. Представитель племени Бари винит за это власти Бразилии и их европейских партнеров. «Мы сегодня здесь, чтобы осудить возобновившееся притеснение коренных народов», — сказала Нара. Ради сотрудничества с ЕС правительство ослабило природоохранные меры. Индейцы утверждают, что их положение ухудшается из-за деятельности европейского бизнеса. Вождь племени Каинганг осуждает торговое соглашение между ЕС и Союзом Меркосур. Европа знает о преступлениях, к которым она причастна, сказал Кретау. Она не должна закупать так много бразильской продукции, особенно древесины. Вырубка лесов убивает наши семьи. В этом году бедствия индейцев Амазонии усугубляются лесными пожарами.